В Московской области проходит конкурс профессионального мастерства для врачей, фельдшеров и других работников скорой медицинской помощи. Самых лучших сотрудников определят в нескольких номинациях. Успешно и результативно справляется со всеми задачами конкурса и один из фельдшеров Видновской подстанции скорой медицинской помощи. От нашей подстанции принимает участие в конкурсе лучший фельдшер скорой медицинской помощи Московской области. А сопровождается Анна Александровна. Работает она на скорой медицинской помощи Московской области с 2020 года в должности фельдшер выездной бригады. Вот, и она у нас прошла на второй этап конкурса. Принимают участие в конкурсе сотрудники, работающие по специальности не менее 3 лет. Зарекомендовала себя как хороший ответственный сотрудник, который может показать помощь квалифицированную. Вот, добросовестный сотрудник, работает очень хорошо. Соревнования состоят из 3 этапов и включают в себя онлайн-тестирование, практические задания и демонстрацию навыков перед специалистами, входящими в состав конкурсной комиссии. Финал пройдет в Красногорске, где будут объявлены победители и призеры по всем номинациям.